не доезжая Сочи, от Лоу начинается пробка. Вот хочу показать, сколько отдыхающих в Лоу в этом году. Время 12 часов дня. Я понимаю, что не сезон, может, половина спят. Ну, пускай половина только. Или даже треть по улицам ходит. Вот посмотрите, сколько отдыхающих. Вот начал снимать в центре. А, это тут еще мудаки Тихо. объезжают. Пускай объезжают. Чего 3 человека идет, да? Да. Народу не густо. 1-2 человека. На другой стороне ресторан, похоже, закрыт вообще. Здесь в центре стройка какая-то идет, там кто-то, парочка вдалеке едет. Да ничего, ну, тут нет никакой аварии, тут банальная стройка. Ну сейчас посмотрим дальше, что будет. Так, ну, надеюсь, вы мне поверите, что за этим забором все отдыхающие не прячутся. Там как шло 2 человека, так и идет. Вот 3 человека переходят. Вот еще обычно несколько толпа человек. Переходит. Давай, давай. Вот, вот центр. Показываю. Обычно толпа переходит. Сейчас проедем по центру. Ну вот здесь вот еще 3,5 коллеги ходят. Продукты, он закрытый магазин. Сейчас. Ну вот здесь погуще, конечно. Но это, конечно, да, это 5 августа, сезон. Самый высокий это, сезон. Да, практически ничего. Магазины, конечно, открыты, но никого у них нет. Столовые тоже полупустые. Ну, сейчас вот проедем по Лову, посмотрим, сколько отдыхающих примерно хоть. Ну, здесь побольше. Ну да, здесь я смотрю, вот. Есть отдыхающие, я не скажу, что нет. Но дело в том, что перед этим проезжали по более мелким населенным пунктам Большого Сочи. Там меня вообще поразило отсутствие людей на улицах. Уж Лазаревское, на что раскрученное место. И то там, вот эта улица, которая идет вдоль моря, она практически пустая. Обычно там замучаешься Лазаревское пересекать на машине. На каждом пешеходном переходе стоишь, пропускаешь толпы. Хотя там и светофоры повесили, но все равно люди прут, и все равно движение нарушается. А здесь, смотрите, вот, проехали, считайте, практически все Лоу. Народу, ну, немножко в центре есть. А здесь вообще вот... Тишина никого. Так. Вон еще группа отдыхающих.
О, сейчас заглянем за поворот. Вот, смотрите. Да, магазины открыты, но народу немного. Там пустой пляж какая. Сейчас. Видно там пляж? Там видно, да. Да не, ну пустые-то они не могут быть, люди все равно есть. Ну не так, как показывают. Показывают картинки с советских времен, что забито все. Вот. То есть люди есть, но не так много. Ну и обычно в августе, все-таки сезон, в основном везде объявление, что мест нет. А здесь везде есть места, стоят вот эти распространители везде. Писай пустой кафе, обед, я обеденный перерыв Да, вот покажи. 12 часов, кафе пустое. Есть на пляже, есть. Есть обычная пляжная картинка, ничего там такого прям. Переполнения никакого нет. Вон, полупустой пляж, посмотри. Вон, прям сейчас мелькнет. Ну это ему может. Ну, 12 часов дня, 12 я часов понимаю, дня, но как это не говорится, показать. Многие разбегаются. Народу меньше, чем обычно, намного. Ну что, никакой аварии, это строительство. Ну да. Мосты ремонтируют. Да, это в разгар сезона ремонтируют мосты. Пустовато. Там, вон там вот в центре опять люди, конечно, есть. Сдаются автостоянок в разгар сезона. Ну да, ну само собой они здесь настроили с таким запасом, что куда ты выруливаешь? Ну, вот здесь люди есть.
все, лоу закончилось. Давайте до конца доснимаю.